Представление участников. Девушки, категория 48 килограмм, Курышова Владислава. Фуртик Александра. Категория 53 килограмма, Обегунова Ксения. Категория 63 килограмма, Храпова Ольга. Категория 75 килограмм, Соловьева Анастасия. Категория, сейчас представление юношей. Категория до 56 килограмм. Кицалюк Дмитрий. Маланцев Никита. Айталиев Канат. Назарян Артак. Соловьев Олег. Нижинский Федор. Ероносян Ленвер. Никиазарян Вазген. Масленников Геннадий. Категория до 69 килограмм. Селин Андрей. Категория до 77 килограмм. Филатов Михаил. Шилин Сергей. Вершинин Егор. Категория до 85 килограмм. Городинов Владимир. Категория до 94 килограмм. Живуев Георгий. Гусейнов Арсен. Категория свыше 94 килограмм. Мурашов Даниил. И эти наши соревнования приурочены к окончанию года. Называются они у нас новогодний турнир. Городские соревнования. Будут подведены итоги работы нашего клуба, награждены спортсмены, тренеры, наверное, будут награждены. Посмотрим по окончанию соревнований. Всем успехов и чтобы ни баранов никто не поймал. Всем спортсменам будут даны 4 подхода. Это на один подход больше, чем на соревнованиях. Рассчитывайте свои попытки. Начинаем наше соревнование. Рывок. Первое упражнение. Вес на штанге 10 килограмм. Первый подход выполнит Айталиев Канат. Готовится Киценюк. Оттянулся. Готово вытянуть. Хорошо. Сделаем. Жди команду. Опустить. Подход засчитан. 12, да? 12 килограмм. Кицанюк Дмитрий. Кицанюк. Готовится Миланцев. Неудачный. Почет неудачный. Сейчас я попробую, помешал, затерпел все. Сейчас я раздвину, все, годится. Маланцев. Пусть еще подойдет, Саша. Маланцев Никита. Опустить подход защиты. Ну и что, Сергей? Ну тогда по очереди. Саш, вызывай кто там. Сейчас вызову, подожди. Еще на выступание надо зачет мне. Кто поднимал?
Какой вес выйдет? 12. Кицанюк Дмитрий. На 12 килограмм готовится Маланцев. Опустить под бот защиты. 12. Не сидите здесь. Там. 12. Маланцев Никита. Готовится к Кистаню. А, да, 12 килограмм. Готовится Кистанюк. Опустить подход защиты. 13. Кистанюк Дмитрий. Готовится Айталиев. Опустить подвод защиты. Какой следующий вид? 14. Айталиев Канат. На 13 килограмм готовится Маланцев. Опустить подход защиты. 15. 13 килограмм на штангу. Маланцев Никита. К весу 14 килограмм готовится Кицанюк. Опустить подход защиты. Чего? Это Маланцев 14? Да. 14 килограмм на штангу установите. Да, 14. Синий по полкило. Тащи. Сейчас. Кицанюк Дмитрий. Третий подход. Готовится Маланцев. Мощный вверх. Хорошо, молодец. Опустить подход защиты. 15. На 15. Маланцев Никита. 20, когда будет, начнем. На 15 готовится Крапова.
Опустить подход защита. Закончил с результатом 14 килограмм. Пятнадцать килограмм на штангу. Пятнадцать на штангу. Сейчас, секунду. Давай. Подожди, сейчас. Крапова Ольга, первый подход, готовится на заря. Сейчас, опустить подход защиты. 20. На заре на артах готовится Соловьев. Опустить подход защиты. Какой следующий вес у Назаряна? 18. Сколько? 18. Соловьев Олег. Готовится Соловьева Анастасия. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? 18. Сколько? 18. Соловьева Анастасия. Готовится Айталиев. Опустить подход защиты. 18. Айталиев Канат, готовится Киценюк. Опустить подход защиты. Айталиев, какой вес следующий? Еще есть подход? Ну еще один. Саша, кто дашь? Кто сейчас подходит? 18. 18? 18. 18. Кистанюк Дмитрий. Четвертый подход. На 18 готовится Соловьева. Опустить подход защита. 18 килограмм на штангу установить. А? 15. А он разве не подходил? Нет. Подход неудачный, коснулся колена помоста. Закончил он? Да. Установите 18 килограмм. 18 килограмм на штангу. Соловьев Анастасия. Готовится Соловьев Олег. Опустить подход защиты. 20. Соловьев Олег. Готовится на заря на артах.
не справился с этим весом. Еще раз подойдет он? Соловьев Олег подойдет еще? Пусть подойдет. Ну, я в программе еще не умею, как там, одного пропустить, другого вызвать. Она вызывает программу сама, компьютер. Пусть отдохнет сколько нужно. Все, 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 все. Саша, извините, вопрос. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? 20. Назарян Артак. Готовится Айталиев канату. Опустить подход защиты. Так. Айталиев канат. На 19 готовится Курышова. Четвертый подход Айталиев. Хорошо, молодцы. Опустить подход защиты. Закончил с результатом 18 килограмм. 19 на штангу. Курышова Владислава, первый подход. К весу 20 килограмм готовится Нижинский. Не справилась с этим весом Владислава. Курышова Владислава вызывается к этому весу. Опустить подход защиты. Сколько? 21. Саша, 20 килограмм, да? Да. Нежинский, как правильно, куда ударить? Нежинский, да. Нежинский Федор, готовится Назарян Артак. Опустить подход защиты. Саша, 25. Назарян Артак. Третий подход. Готовится Соловьев. Андрей, опустить подход защиты. Соловьев Олег. Третий подход. Готовится Соловьев Анастасия. Опустить подход защиты.
Соловьева Анастасия, третий подход, готовится к работе. Опустить подход защиты. 22, да? 22. Храпова Ольга, третий подход, на 21 готовится Курышова. Ребята, ручки мотнете. Опустить подход защиты. Килограмм поставьте, пожалуйста, на штангу. Курышова, да? Да. По полкило. Да. Курышова Владислава. К весу 22 готовится Соловьева. Опустить подход защиты. Она же сможет выйти? Курышова Владислава, готовится Соловьева. Держи. Подход защиты. Молодец. 22 надо, да. А что ж, не знаю, команда. Курышова. Там Соловьева 22. Ну, я не могу, не умею я вызвать другого. Влад отдохнул или другого вызвать? Соловьева Анастасия. Готовится Курышова Влада. Опустить подход защиты. Опустить подход защиты. Соловьев Олег. Зачем Олег? На 25.
четвертый подход. Готовится на заря на рта. Поднял, да? Не, поднял, да. Ага. Подход засчитан. Назарян Артак, к весу 23 килограмма, готовится Курошова Владислава. Поднял он? Да, опустить. Поднял Назарян? Да. Закончил с результатом 22 килограмма, 23 на штангу. Повешен. Да, да, да. Курашова Владислава. На 25 готовится Шилин. Поет еще? Нет. 25 килограмм на штангу. Шилин Сергей, готовится Яранасян. Опустить подход защиты. Какой следующий вид? Ернасян Ленвел. Готовится Храпова. Опустить подход защита. Какой следующий вес? Храпова Ольга. Готовится Нежинский. Опустить подход защиты. Нежинский Федор. Нежинский Федор. К весу 28 килограмм готовится Храпова. Не справился с этим весом Нежинский. Будет он еще поднимать? Он же вызван. Да, 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 понял. Нежинский Федор. Не справился с этим весом.
Закончил? У вас есть еще один? Ну, пускай подходит. А? Ну, это был четвертый. Один разочек. Килограмм на штангу, смотрите. Храпова Ольга. 25, Соловьёв. Соловьёва пропустили на 25. Четвертый подход. Соловьёва кого? Олег. Олег или Анастасия? Олег. Анастасия закончила. Нет, он 4 подхода выполнил, закончил на 22. Ну вы рассчитываете по 4 подхода, потому что я здесь забиваю. Я не могу поменять 4 подход на 5. Ладно, просто подойдет. Да, пусть просто подойдет, если ему нужно. Жить, жить, никому. Опустить подход защиты. Опустить подход защиты. 28? 30. Яранасян Ленвел. Готовится Ширин. Опустить подход защиты. Какой вес следующий? Жилин Сергей. Готовится Селин. Чувак, ну всё, где опустить подход защиты. Какой следующий вес? 35. Селин Андрей. Готовится Фуртик Александра. Опустить подход защиты. Фурник Александра, готовится Опекунова Ксения. Опустить подход защиты. Опекунова Ксения, к весу 32, готовится Селин. Опустить подход защиты. Ну сейчас я ничего здесь не поведу. Сенин Андрей, весу 33 килограмма, готовится Опекунова Ксения. Тридцать два килограмма на штангу. Сенин Андрей. Опустить подход защиты. 35
спины. 33 килограмма на штангу. Опекунова Ксения. Готовится Фодик. Дай ему программу дал путь. Ну я не знаю, сам посмотри, я чё. Нет, простите. Может быть, из-за того, что здесь вот стартовых номеров нет. Как их поменять, я не знаю. Опустить подход защиты. Фунтик Александра. К весу 35 готовится Шилин. Не справилась с этим весом. У нее есть еще попытки. Опустить подход защиты. Все? Жилин Сергей. Ай, 35 наш там. Ну что, десятки? Давай. Жилин Сергей. Готовится Ероносян. Опустить подход защиты. Ероносян Лембел. Готовит соседи. Опустить. Засчитаем ему подход. Будет еще поднимать? Давайте. Сколько?
Да нет. 38. А? 38. Авансом ему засчитали. В соревнованиях не засчитали. Понял? Сенин Андрей готовится к Пекунова Ксения. Может, начинай четко. Потянись прямо вверх. Все, удачный подход. Все. Закончил? Нет. Еще раз. Еще. А Пекунова Ксения готовится Фурдик Александра. Опустить подход защиты. Фурдик Александра готовится Синим. Опустить защитным ей этот подход. Закончился результатом 35 килограмм. Сенин Андрей. Не спеши, прям потянись с прыжочком. Бери. Готовится Шилин. Все. Не справился с этим весом Сенин. 37 на штангу. Шилин Сергей, четвертый подход, готовится на 38 Яранасян. Вот здесь надо поставить, когда будут вызывать пропаганду. Ну да, вот если надо куда-то нажать, если перерыв будет, я позвоню там товарищу. Опустить. Поднял, да? Да. Все, красавчик. Что творится? Все. Яранасян Ленвел. Четвертый подход. Готовится Сакунова в тени. Если можешь так, белки. Опусти. Ну что, засчитываем такие? Такой подъем. Ну ладно, давайте. Давайте засчитаем. Опекунова Ксения. Четвертый подход. На 40 готовится Кезарян. Опустить подход защиты. Установите на штангу 40 килограмм. Егязарян Вазген. На 45 готовится Масленников.
Давайте. На перчики сбавим. Опустить подход защиты. 43, да? Да, да. Двадцатку. А? Двадцатку. Ну, вообще-то, да. Гриф 20 килограмм сейчас поставим. А, да, хочу. Сколько полезно? 43. Егиазарян будет вызван. Егиазарян вообще, если отдохнул, может подойти. На 45 готовится Масленников. 1F. Его заявили. Белару заявили. Пришел. Старт положение. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? 45 на штангу. Не можно, ты не половину. Нет, скажу, какой вес может быть. Можно. Так, вес готов. За день до этого всем вешу, подавать все, а сюда приходить только раз лучше. Только час. Масленников Геннадий. На 46 готовится Егиазарян. Масленников Геннадий, обладатель Кубка России среди ветеранов. Победитель чемпионатов России. Опустить подход защиты. Установлено, да? Егиазарян Мазген. Да. Что вообще, раз нет, ну,
Добро положение. Держи, держи. Все, закончил? Закончил? Да. Килограмм на штангу. Вершинин. 52. Так, все дорого. Уйди. Кусеинов на сколько перезаказывал? 60. Кусеинов. Я тоже кусеинов. Масленников Геннадий. 47 килограмм. На 50 готовится градина. Вовка готовится, да? Опустить подход защиты. Установить на штангу 48 килограмм. К этому весу вызывается Масленников Геннадий. Неудачный подход. Вижу. Будет еще подходить? Да. Масленников Геннадий, Городинов готовится. Неудачный подход. Установить на штангу 50 килограмм. Продолжение следует...
Карадина Владимир. На 52 готовится Вершинин. Опустить подход защита. Сюда. Килограмм нашел. Да, 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 сам. Я все делаю. Сейчас тренировка. Вершинин Егор. На 60 готовится Хусейн и Фарсен. Неудачный подход. Опустить подход защита. 60 килограмм на штангу. Нет, ты используешь свой подход, хватит. Вот так, да, так можно. Пятерки. На 70 килограмм готовит Джоев. Ты
Опустить под ход защиты. Опустить подход защиты. Установить на штангу 70 килограмм. Не, это не надо. Готовится Кусинов. Опустить подход. Какой следующий вес? 75. Усина Фарсен. Третий подход. Готовится Джуэ. Опустить подход защиты. Какой вид? На 75 готовится Джуев. Раз.
разгоняясь по мосту ногами. Таз не задирает. Подход неудачный. 75 килограмм на штангу. Готовится Филатов Михаил, 277 килограмм. Опустить подход защиты. Семь килограмм на штангу. Филатов Михаил. На 80 готовится Джоев. Какой следующий вид? 90. 80 килограмм на штангу. Джоеву и Филатову 90. Не надо добиться. Давай маленький. Вот так. Живой Георгий. На 82 готовится Филатов. Опустить подход защиты. Два на штангу. Артем, ты не уходи отсюда.
Филатов Михаил. На 85 готовит Джоев. Опустить подход. Опустить подход защиты. Надо, не пробовать. Филатов Михаил. Третий подход. Готовится Джуев. Уходим из большого спорта. 90 килограмм на штангу. Thank you.
Опустить подход защиты. 100 килограмм на штангу. Вань, давай, знаешь что, пятерку пока полезли. Ворожов Даниил. Первый подход. Готовится Дивар. А Дивару выступает на соревнованиях? Дивар не был. Нету, после этого. А он хотел сейчас, он заболел. На кубке. Опустить подход защиты. 105 килограмм на штангу. Он же будет выжим. Вес на штанге установлен, 105 килограмм. Мурашов Даниил. Опустить подход защиты. 105 килограмм, 110 на штангу. Остался один участник. Диваров Григорий. Thank you.
Опустить подход защиты. Неудачный подход. Еще одна попытка. Диваров Григорий, третий подход. Потом 5 минут перерыв и перейдем ко второму движению. Геннадий Константинович, молодой. Подмени мне это, да. Скажи, перерыв не будет. Кто начинает, скажешь, там маленький. Ну и тут я хотел категории подкорректировать. Этот, стартовые номера позвонить, как поменять уже. Потом, а то сейчас затянешь на корпусе. У тебя дел нет? У меня есть дела. Мне в театр в Питере надо ребенка привезти. Держи.
Опустить подходы. Сколько? 25. 125 на штангу. Перерывы делаем, да? Нет. Ну, минуты 2-3, чтобы я позвонил. Ну, молодежь, кто на толчок, пошли разминаться. Кто на толчок? Здесь. Здесь мы тебя останем. 10 килограмм. Еваров Григорий, 125 килограмм. Закончил, да? Все, маленький перерыв, 5 минут, и переходим ко второму движению.